27 мая 2021 год, Харьков, то ли Венера, то ли Меркурий. Близко сейчас должны быть Венера с Меркурием, расстояние 1 градуса, но почему-то вижу я только одну планету. Большой долей вероятности это все-таки Венера, она значительно более ярка. О! Ха! Я вижу Меркурий, елки-палки. Вот возможности аппаратуры, ты представляешь? Вот он! Так, в нижнем правом углу Венера, а в левом верхнем Меркурий. Значит, я последние съемки вводил в заблуждение. Я Венеру называл... вот он, крохотулечка. Это же надо! Не самое чистое небо сейчас. 29-го они будут, Венера и Меркурий, на расстоянии друг от друга. Всего-навсего 0,4 угловых градуса. Но абсолютно нам обещают в Харькове дожди и грозы, так что вот он, Меркурий. Уменьшаю выдержку. Ёлки-палки, я даже его фазу вижу. Серпик. Серпик Меркурия. До него 97 миллионов километров. Он гораздо ближе, чем сейчас Венера. Венера 220, по-моему, миллионов километров, но несопоставимы по яркости эти две планеты. Надо же! Ну вот Венера. Ее мы сейчас видим, конечно, практически полностью освещенной. Слушай, наверное, сейчас я попробую ISO поставить меньше и, может, все-таки успею. 27 мая 2021 год, Харьков.